Делал добро и всегда помогал ближним. О духовном наследии шейха Джабраиля Афанди Сахурского вспомнили на маджлисе, который состоялся в историческом парке музея «Россия. Моя история». Он был родом из селения Цахур, но жил в Азербайджане. Как отметили выступающие, после смерти Джабраиля Афанди прошло 120 лет, но о его добрых и праведных делах помнят не только там, где он родился и проживал, но и в других частях республики. Наставники Джабраиля Афанди отзывались о нем как о кротком, благонравном и приятном в общении человеке. Известно также, что обращался Джабраиль Афанди с мюридами, как со своими детьми. Любое такое мероприятие это сплачивает наш народ, не только цахурцев, и всех наших народностей. Рутузский район – самый интернациональный район, вы знаете, там проживает 6 народностей. Нам есть кем гордиться, чем гордиться. У нас великолепное прошлое, иншаллах, и будет очень хорошее будет будущее.